Добрый день, уважаемые зрители! Так как у вас часто возникают вопросы, связанные с видеосубтитрами, которые используются на нашем канале, то сейчас я постараюсь быстро и доступно объяснить вам, как включать и выключать субтитры, а также как выбирать язык субтитрирования. Сделаем мы это на примере докудрамы «Заграничный поход». Она у меня уже открыта в новой вкладке. Итак, когда мы включаем видео, нажимаем на кнопочку play, я думаю, все об этом знают, мы видим, допустим, перед собой субтитры. Если мы наведем курсор мыши на низ нашего видео, то у нас откроется таймлайн и настройки к нему. В правом нижнем углу вы можете увидеть кнопочку субтитры. Она обозначается как белый прямоугольник с двумя буквами CC, которые соответствуют русским SS. Если эта кнопочка подчеркнута красной линией, это означает, что субтитры включены. Как это, к примеру, происходит в данный момент. Вы видите перед вами субтитры на английском языке. Сейчас мы их увидим. Итак, для того, чтобы отключить субтитры, достаточно один раз кнопкой мыши кликнуть на этой кнопке. Вы видите, что исчезает красная линия под кнопочкой, и субтитры точно так же пропадают с вашего видео. Для того, чтобы включить, соответственно, делаем точно так же. Один раз кликаем по кнопке. Для того, чтобы выбрать язык субтитрирования, мы переходим чуть-чуть правее. Здесь вы видите иконку шестеренки, нажимая на которую один раз, мы открываем настройки видео. Здесь мы выбираем вкладочку «Субтитры» или «Subtitles», нажимаем на нее также один раз и видим, что у нас появился выбор языка субтитрирования. В данном случае у нас есть выбор из китайского, английского, французского, немецкого, русского и испанского языков. Выберем, к примеру, русский язык. Вот, и вы уже видите, что наши субтитры стали тут же отображаться на русском языке. Вот, пожалуйста. Точно так же мы можем выбрать, к примеру, китайский, и они будут отображаться китайскими иероглифами. И снова-таки для того, чтобы отключить субтитры, мы нажимаем на кнопочку CC. Вот и все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Приятных вам просмотров на канале Star Media YouTube.